Уду ихин прем женчин, но май хутлы шурсенчи электричество счетчик зене лмаштарма бышлаще. Шагом берги тогда паспорт пачихан шенелих сембе тепленрех, гарант компании балаштарать, и бевара сенбесы булашадап чибергилор тепредель булычень. Электричество счетчик день у зугурмалы выходе пятни, на отрасли термилей, где катарду зине улдаламас ратраться обмала. Куда ранчень, что дубачиха на иду земжень, хватир еще рт хуже я вапло был нам. Малашне кунба электричество бачиха на перлешу зем землеме бушлеш. Уду ехин день, хватир зембе шурценде электроэнергии счетчик зине илмаштармат днаще. Шагон жен тогда она бахсаду нажен укшадю лемиле мар. При этом предполагается, что... Кунда осла счетчик зем пергиде самах парадь. Шанерин варнаштана счетчик зем электроэнергии. Бе менчухле узугурны не шут лаза, кадар давах их земе кирле жюрещу дереще. Шерлея кандарла щулла ехелем менчухле подерни депаль дереще. Счетчиге каяла шавартарма хытла на ганцениде, хай земех чарзалардаще. Щуду укщебе парам булзан, осло счетчик, электроэнергия парасыне чарзалардае. Деньденьте баян счетчик шлеме брахры булзан, я ваплызен шулдал шуру таранчень малданхи еверлизене хлард майрек пур. Игебенде шеремикемы шулхи кырлачу уехен баремышын день бара, пур шердеде осло счетчик семшеч пулмалла. Шенерен хабардаган шуртене елес пулзан, мазенде пуриндеде шиде шулхи кырлач уехен день осло счетчик семлар малла. Тебір шенелых паспорт пачихынна. Кожалла вирус алхасны бек, кожал нарыз уехен баремышын день бушлаза, ут уехен вунбелек межачен транспорт пач уреме ирек параган удостоверенен, тогда Россия гражданине полнине энендереген паспортын узы гурмалы вахачы тухну пулзанда в зембе шуреме ирек пана. Шак тапхырда ача вын вады жолдулдарна, анчах пандемия була паспорт вахатра илейме зенде малдан хебе шуралны ишінген галаган свидетельство ба шуреме юрат. Халя вара Россия решалды ештен министерстве шак документ сене улыштармалы вахата шереплетня. Кошал раштавын вадыр бірмежі чен кивизене шинне зембе улыштармалла. Республика Гларнвали Алина Сусметова, Ольга Алексеева, Игорь Зверев.